В Азербайджанском государственном информационном агентстве «Азертач» состоялась встреча представителей ведущих средств массовой информации страны с руководителем агентства связи и массовых коммуникаций Астраханской области Мариной Зайцевой и начальником управления пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области Натальей Филатовой. Генеральный директор «Азертач» Аслан Асланов тепло поприветствовал гостей, рассказал о деятельности агентства, его тесном сотрудничестве с мировыми медиа, в том числе ТАСС, развитии электронных медиа, подчеркнул, что в настоящее время особую актуальность приобретают вопросы гуманитарного сотрудничества. Было отмечено, что между Астраханской областью России и Азербайджаном исторически сложились тесные культурные связи. Так, только за последние годы фонд Гейдара Алиева реализовал в Астрахани ряд крупных проектов. Гости выразили благодарность за теплый прием, передали приветствие губернатора Астраханской области Александра Жилкина, отметили, что прибыли в Баку в связи с подготовкой ко второму Каспийскому медиафоруму, который пройдет в Астрахани в сентябре этого года. Затем состоялась встреча с представителями медиаструктур Азербайджана, которую гостям представил главный редактор «Азертач» Яшар Глузаде. Он напомнил, что Азербайджан – постоянный и надежный внешнеэкономический партнер Астраханской области. Важную роль здесь играет множество факторов – общие ценности, географическая близость, исторические связи. Главная задача информации, сказала Марина Зайцева, – содействие экономическому, культурному и другим видам сотрудничества в регионе, потому что без должного информационного обеспечения все эти сферы успешно развиваться не смогут. Наталья Филатова рассказала о деятельности медиа Астрахани. В частности, отметила, что регулярно проводится конкурс журналистов, в котором участвуют и представители Азербайджана. Она сообщила, что в этом году состоялось открытие сайта «Каспийские новости», ознакомила участников встречи с его структурой. Отметила, что один из его разделов посвящен новостям из Азербайджана. На встрече был показан видеоролик о подготовке ко второму Каспийскому медиафоруму, его секциях и панелях, мероприятиях, которые предусмотрены в рамках форума. Затем гости ответили на вопросы журналистов. Первана Рагимова, Шакир Гурбанов, Гумбат Мамедов, Азертач.